Развитие микрорайона Кувшинка обсудили в столичной администрации. На публичных слушаниях было непривычно тихо и немноголюдно. Еще несколько лет назад публичные слушания по микрорайону Кувшинка собирали полный зал. Жители так называемого Шанхая, самовольно построенных домов по мясокомбинатскому проезду, не были рады новому микрорайону. С тех пор страсти улеглись, большая часть бывших шанхайцев получили в Кувшинке квартиры. В этот раз на публичных слушаниях обсуждали дальнейшее развитие территории. Должны расширить дорогу, построить школу, 2 детских сада. Недовольных такими решениями не было. На схеме функционального зонирования территории вы можете увидеть планируемое размещение объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Школы на 1200 мест и 2 детских садов по 160 мест каждый. Горожане поинтересовались разве что расположением 2 наземных паркингов по отношению к жилым домам. Не слишком ли близко? По заверению проектировщиков, парковки разместят со стороны торцов, куда не выходят окна квартир. Расстояния соответствуют строительным нормам.